рад вас приветствовать на волнах программы «Мелодии нашей памяти». И сегодня я хочу посвятить эту программу нидерландскому или голландскому дуэту Карен и Элис Мейвуд. Мейвуд, «Майский лес» – нидерландский дуэт, образованный сестрами Элли и Эдит де Вриз в городе Харлинген, выступавшими под псевдонимами Элис Мей и Карен Вуд. В первой половине 70-х годов выступали дуэт в составе различных групп, а в 1976 году решили образовать собственный дуэт «Леди Попс», который в 1978 году изменил название на «Мейвуд». Продюсером дуэта стал Пим Купман, экс-барабанщик голландской симфорок-группы «Каяк». Первый же сингл группы вошел в нидерландские чарты, а уже в марте 1980 года сингл вошел в лидирующую десятку. В июле того же года композиция «Late at Night» заняла первую строчку национального хит-парада, на которой оставалась в течение 3 недель. Эта песня была выпущена в 14 странах и в нескольких была номер первой, а дебютный альбом группы стал золотым в Нидерландах и Швеции и провел 24 недели в чартах. Второй альбом Мейвуд «Different Worlds» стал наиболее яркой работой творчества дуэта. Наиболее запоминающимися его композициями стали танцевальные «Rio», «You the One» и лирические баллады, а композиция «Pasadena», исполненная в стиле мексиканской самбы, стала с тех пор визитной карточкой группы. В том же году Мейвуд получила национальную награду «Silveren Harp» – «Серебряная арфа» как лучшая голландская группа 81 года. Год спустя сестры выпускают не менее красивый альбом, полный задушевных песен, однако все они проходят незамеченными для европейской публики. Карен и Элис отправляются в мировое турне, получают приз как лучшие артисты 1982 года в Южной Африке, участвуют в интернациональном конкурсе песни в Сеуле, а также в музыкальных конкурсах Западной Германии и Польши. Однако вернуться в европейские хит-парады они уже не смогли. Во второй половине 80-х годов группа много гастролировала по странам Скандинавии, Восточной Европы и Азии. В Испании и Центральной Америке был выпущен сборник хитов на испанском языке. Пластинки дуэта выходили в 52 странах. Даже советская фирма «Мелодия» выпустила альбом «Different Worlds». Эта пластинка вышла в Советском Союзе осенью 1984 года тиражом 20 тысяч экземпляров. В ноябре 1989 года дуэт выступал в Москве в концертном зале гостиницы «Россия». Советская пресса почти не уделила внимания этим выступлениям. По воспоминаниям очевидцев, зрителей в зале было мало, что можно объяснить почти полным отсутствием СМИ анонсов концертов. В 1990 году Мейвуд представляли Нидерланды на конкурсе Евровидения, где заняли лишь 15-е место с песней на нидерландском языке «Я хочу разделить с тобой все». Как позднее казалось, выступление дуэта стало провальным из-за досадной ошибки технического персонала. Микрофон, транслировавший звуки соло трубы, задававший основную тему мелодии композиции, был почему-то отключен во время выступления дуэта. С 1995 года сестры начали сольную карьеру, не достигнув особых успехов и попали в поле зрения СМИ лишь в 1999 году, когда оспаривали между собой в судебном порядке права на использование названия Мейвуд. В результате Элис стала полноправным обладателем этого названия и позднее пыталась возродить дуэт с другими вокалистами, с Роуз Лоуэрс и Инге Питерс. Но все ее попытки также не имели успеха. В нашей программе «Мелодии нашей памяти» я хочу подарить две песни из грампластинки, выпущенной в 1984 году «Different Worlds». Это песня
«Мир изменился» или «Different Worlds» и песню «Pasadena» в стиле мексиканской самбы, которая была визитной карточкой дуэта Карен и Элис Мейвуд. А я, Владимир Брюханов, на этом с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире на волнах программы «Мелодии нашей памяти». My life.
Come with me to Pasadena. If you wanna have some fun, watch the dancing señorinas in the heat of the sun.